Молитесь правильно. Когда говорят, если чего-то хочешь, молись Бога, Он обязательно тебе даст это. Некоторые думают, что это шутка или ложь, потому что они не понимают, что такое молитва. Они понимают это в примитивном смысле. Они думают, что молитва только религиозный обряд, молитва бывает только в церкви, синагоге или в мечети. Нет, это не так. Весь мир – это молельный дом. Вся наша жизнь – это молитва. Все наши действия – это молитва. Не надо принимать молитву примитивно. Просто надо правильно молиться. Если ты хочешь стать богатым, ты должен заниматься бизнесом. Заниматься бизнесом – тоже молитва. Если ты хочешь быть умным, надо читать много книг. Читать книги – тоже молитва. Если ты хочешь стать физическим сильным, надо заниматься спортом. Спорт – тоже молитва. Просто надо правильно молиться. Если ты будешь сидеть в самолете, который летает в Москву, ты не можешь добраться с этим самолетом в Питер. Вот так. Поэтому надо молиться правильно.